С Дедом Морозом у елки о самом главном. Пообщаться с зимним волшебником накануне новогодних праздников может каждый житель округа в усадьбе Деда Мороза. На этот раз резиденция любимого сказочного персонажа расположилась в парке имени Олега Степанова. В числе первых посетителей усадьбы была и наша съемочная группа. Из-за огромных окон дома Деда Мороза пейзаж открывается сказочный. Золотые лебеди на пруду, украшенные огнями деревья обновленного парка. Пока говорили о преимуществах стеклянной усадьбы, пришли первые гости. Здравствуй! Да, Мороза не боишься? Проходи, проходи. Ох, как мы тебя рады видеть, ты первый посетитель. Для Алисы, воспитанницы детского сада, сначала Дед Мороз проводит экскурсию по сказочной резиденции. Потом рассказывает свой любимый стишок-загадку. В шубе, в шапке, с бородой, за спиной мешок большой, щеки красные и нос. Это дедушка Мороз. А еще с Алисой пели песни про елочку и Новый год, фотографировались на память. Вот только письмо Деду Морозу с пожеланием Алиса с собой не принесла, забыла. Заглянет на огонек усадьбу еще раз. Были в этот вечер и другие гости. Письма с пожеланиями подарка на Новый год они приносили с собой. Что пошло? Ну-ка туда. Все. Вот, прочитаем, снеговики приготовят подарки. А ты смотри под елку новогоднюю. Так что, ребятишки, хотите Деду Морозу очень понравиться? Открываем вам секрет, какие стихи надо учить. Хорошо. Знаешь, какие мои любимые? Про лукоморье люблю. Лукоморье, дом зеленый, золотая цепь. Ждем вас всех в нашу резиденцию, всех детишек. Подготавливайте стишки, и мы будем рады вас видеть. Сейчас снеговики подарков подвезут нам. Усадьба Деда Мороза будет работать с 21 по 30 декабря с 17:30 до 19 часов и с 1 по 7 января с 16 до 19 часов.